Друзья, вы спрашиваете, как улучшить систему ЖКТ? Как помочь своему любимому кишечнику, тем более, что это наша женская энергия, связь с матерью и женским родом? Я предлагаю следующую связку из курса «Умный детокс». Мы делаем интенсивные выдохи животом, ладонь на брюшной полости. Делаем через нос. 10 раз. Далее вдох. Глубокий выдох. На выдохе ладони в колени. Втянули животы. Кулаки собрали. И начинаем их прокручивать. Так, чтобы иннервировать сигмовидную кишку. Вы знаете, что именно она у нас отвечает за формирование калообразования. И если есть с этим проблемы и беспокоят колиты, массируйте эту часть брюшной полости. Сделали массажные движения. Как следует, перебрали свой животик, устали, вдох, выдох. Любимые, 10 таких подходов, и вы увидите, как кишечник будет работать, как часики. Любите себя, будьте здоровы, увидимся на умном детоксе.